осуществили мечту, Андрюх, сфотографироваться с такой. Ну, красиво. А? О, ну так бы сразу и сказали, что можно покрутить тут. Это что, Калуга? Да. Прям такое здоровое? Ну, это сделали, чтобы видно. Там извинения, там сколько сразу. Я себе поэтому говорю, да, там? Москва рядом с Калугой. Тут нашу страну сделали. А, ну Россию, да, только сделали, там? Разгаляйтесь. Аккуратно, только смотрите. Получится, а почему не получится? Вы сядете нормально, то у нас получится. Это красота. Это красавцы. За подставку до камеры. Ань, садись, покажи. А, да, мы идем. Кого-то изменил в полях, да? Угу. Так специально его, наверное, зарастили. Я так думаю, да, как будто бы, типа, чтобы запах, и запах, да, видишь? Вот это, по-моему, лаванда вообще. Угу, обалдеть, лаванда. О, какой запах. Офигеть. Красотища. Посмотрите, сколько лаванды здесь. Это, по-моему, тоже какие-то все лекарственные. И вот это, правда, я не знаю, что это за цветок. Но мне почему-то тоже кажется, что это тоже что-то из лекарственных. Ушли. Я тут посидела пока, повосхищалась этой красотой. А они уже убежали, пойду их догонять. Куда вы убежали? Магазин? У тебя жопа голая вся? Прикольно. Прикольно? Что прикольно? По улице сам идешь с ходунками? Магазин идешь? Ну, идем. Где, правда, здесь магазин, я не знаю. Как где? Пойдем. Может, ему этот поводок дать? Не вылетит. А? Не вылетит?
А где ты? Дай моей нервной системе успокоиться. Не отпускай его. Ага. Куда будем? Где будем пересадить? Там или здесь? Не, лучше там перейти. Давай же. Направо поворачиваем. Сейчас идем, потом, да, направо поворачиваем. Сейчас никуда ты поворачиваешь. Ты мешаешь маме. Давай, немножко следи. Пока прямо. Чтобы мама могла этот. Давай, иди. Пошли. Чтобы мама тоже могла проехать. А потом тихо-тихо поворачивай. Вот так. Правда, я хотел, чтобы синхронно, но мама, как всегда, пыталась облегчить. Что? Там просто этот плохая дорога. Пойдем. Пошли. Он уже все, он просто отключился. Он уже не у него идет, другая уже... цель. Все, давай с этой коляской походим. Да, хватит. Все, пойдем. Аккуратно. Не торопись, я. Не торопись. Молодец. Проходи. Поменяли с Андреем. Потому что Яра падает, я начинаю на него наезжать, он тут же со мной ругаться. Уже устал. Все равно. Мы зашли, главное, что-то вы забыли. А мы же сегодня с утра ходили в магазин с Андреем. И оба забыли, что мы ходили в магазин. Идем. Извини, я не бегаю как папа. Я не монтажник, я просто сейчас... Папа мне дал. Теперь еще. Надо было идти со мной, чтобы папа снимал. Идешь с папой, все. Мы зашли, купили помидоры хорошие были, бакинские такие. Это розовые, мне нравится. По 130 на распродаже. Им взяли. Андрей мороженое покупает, потом сам же его не ест, потом ругается со всеми, что и он мороженое взял. А когда он оно покупает, главное, чтобы оно лежало. Но оно у нас в доме не лежит. У нас есть главный мороженое по мороженому. Нет, не ты. Помимо тебя еще есть главнее. Ты зам. У нас есть самый главный. Успели, молодцы. А, что?
все. Идем, идем. Потом что, смотри, с ним будем, братья. Идем. Яра голодный, уже начинает попрошайничать. Я у тебя дома черешня лежала, только закончилась. Сегодня я ее доедала за всех. Ты не ела ее. Сейчас увидел черешню, нужна тебе черешня. Здесь нужна наличка, Яра. Сейчас у нас без налички. Жизнь без нала у нас. Пошли в банк. Пошли, пошли. Нет, идем спокойно. Яра, у тебя слюна уже выливается. Все, идем. Не смотрят, куда едут, зачем едут, а просто едут. Выпрямись, Яр. Яр, выпрямись. Даже не глядя, не смотрит. Да ему похер. Сейчас скажешь, будешь ты виноват еще. Вообще даже не смотрит. Он просто попой поехал и все. Мы неужели пришли домой? Да мы и так максимально, мы уже месяц гуляем, отдыхаем с июня месяца. Мы давно уже в лайтовом режиме, в отдыхе каком-то. Ну как, занимаемся, сидим, конечно, немножко. Андрей хочет сказать, ты что снимаешь вообще, да? Ключи у тебя? А. Куда? А? У тебя же? Так, у нас плов. Рис. Не плов, а ну. Пловный рис, вот так можно сказать. Я сейчас грею. А потом у нас вот такая шуба. Мы сейчас тоже ее будем уже резать, кушать. Мика пришла, оставила свои гербарии, ушла гулять дальше с девочкой. Садись, Рома. Да, это Яра убрал здесь все, разложил. Да, помощник, видите, какой помощник. Все разложил. Все ложки, вилки я ему дала. Он собирал сюда это все. Вот. Так что мы обед. Этот курочка, это осталось еще вчерашнее. Немножко пожарили, чтобы было уже у нас. А Яра будет. Что нож? Не надо нож пока. Каждый порежет себе, сколько ему надо. Не трогай. И здесь Ярке сметану. А здесь у нас... Вчера я делала... курицу с подливкой, помидор, морковка, лук, этот, куриное белое мясо и потом немножко как типа этим, как гуляш с мукой, такая густовая-то у нас вот многие сейчас все любят дома, кроме Мики, конечно, Мика не кушает мясное. А Мика после ковида вообще мясное перестала кушать, не знаю, вот что-что, а это она... Ну, она говорит, я не могу, у меня запах мяса, типа, как, нету такого. То есть, она, когда у нее на мясо, она нюхает, как получается, запах мяса у нее как будто какое-то гнилое что-то, вот гниль какая-то. Она говорит, я, то есть, на него смотрю и не могу его есть, потому что ощущения вот такие не очень, да. Ну, бывает, наверное. Как вы говорите, девчонки, публикации смотрю. Отдыхай, милая. Вот отдыхаем. 11 часов. Я да Ярик. Андрей что-то спекся рано вообще. Он рано встает как-то по привычке. Он же на работу ходит. А во сколько? Яр, ну хорошо. Пожалуйста, сиди, смотри сейчас. И он рано встает всегда с утра. И поэтому уже рано лег. Вот. Эмилька тоже что-то сегодня рано. Она сказала, что 3 часа спала. Она что-то уходила потом. Пошла понемножку, по-моему, гуляла. Что же, кибаны какие-то собирают девчонкой. И она пришла, говорит, все, я пошла спать. И вот мы сейчас вдвоем сидим. Вроде я думала, сейчас лягу спать, но я пока делала. У меня была работа на компьютере. По поводу, то, что у нас организация, надо было там статью написать. Правда, мне там еще есть, но я никак все запарываю. По времени не успеваю, как-то еще надо одно задание тоже выполнить еще. А вот по организациям.
И пока вот статью сейчас писала, еще, правда, не до конца не доделала, еще фотографии. Не знаю, пока я только первый раз эту статью писала, не знаю, как правильно там фотографии надо, ну, то есть, как бы закреплять, прикреплять, это будет еще по ходу. Ну, вот, просидела, вроде думаю, сейчас ляжем спать. Дала лекарство Яське, говорю, падать, сейчас ляжем. Этот парень сидит и ждет, когда я его покормлю. Он говорит, я забыл поесть, я голодная, 11 часов. Ну, то есть, как бы покушали, мы пришли, этот, потом вот он два банана стрескал. А теперь опять сидит голодный. Угу. Не, ну мы сегодня вообще не занимались, как бы сегодня полностью. Сима, куда ты мяукаешь? Что ты за дурь тебя? Ее сегодня Мика... Приходила девочка, и она сегодня выводила ее, так они в подъезде стояли, Симка. И все, Симка уже опять просится на улицу бесконечно теперь дать ей погулять. Сейчас, ладно, сейчас буду печеньки кормить, чай себе сделаю. Яр, ну хорошо, ты видишь, я разговариваю. Сидишь, ты включил в себе Лунтика, я уже не стала его трогать, думаю, хоть Лунтика, потому что Луномосик это вообще жесть. У нас такие, да, пределы. Я не могу никак найти что-то интересное вот по фильмам, потому что вот эти советские такие затурманенные, которые есть у нас мультики очень, они когда, знаете, начинаешь смотреть, я не знаю, даже мне давит на голову, потому что там какая-то музыка непонятная, звук. Вот. И, о, надо Алиса, кстати, с Мелофоном, вот чтобы посмотреть, вспомнила я. Точно. Потому что как-то вот сейчас «Остров сокровищ» мы как-то пытались смотреть и читать. То есть я читаю, а фильм не все идут они, потому что не все он может усидеть просмотреть. Там, где плохой звук, где плохое звучание, у него почему-то, ну, он теряет. Я вижу, что он теряет ход событий, не усиживается. В общем, пока еще сложновато для него это все. И губа мне что-то не нравится. Девчонки, может быть, кто-то сейчас я покажу. Она не болит. Никто не говорит, что она болит. Она не болит. Но она, видите как? Я уже перекисью. Я даже не знаю, чем она в таком месте. Она почему-то вот такой пленкой пошла. Здесь же зеленкой не намажешь. Это слизистая. Что с ней сделать? Я даже не знаю. С этой стороны она вообще как-то хорошо зажила с наружной стороны. А вот это я перекисью протираю, но она опять становится открытой болезнью. То есть она опять становится как открытая такая рана, да? Сейчас я протру. Что можно еще что сделать? Мне как-то спиртовыми какими-то, мне как-то ему... Это же дикая боль. Если только... Как для горла, вот попробовать. Не знаю, напишите, может быть, кто-то знает, что можно вообще сделать, как предпринять. Что с этой губой, чтобы она зажила быстрее. Достала такие печенья. Мы ходили, когда с утра взяли вот эти. Вот эти, они вообще хорошо едят. Что Яра, что Мика. Пока поставлю туда. Это мое добро теперь. Глотаю. Уколы сделали, теперь таблетки глотаю. И сейчас вот ему с чаем сделался такой бокалище чая. Очень много-много пью воды всякой. Стараюсь просто много пить. Лимонную воду вот с этот, прям беру таким стаканчиком с утра и начинаю туда с трубочкой, лимончик и вперед. Максимально, чтобы дурные оры. Суббота, воскресенье, вообще, как всегда, вчера пятница была, вот у нас ночью здесь 1:30 ночи орали, плясали на улице. Ну, я понимаю, вы посидели в ресторане, зачем стоять и на улице орать, я вообще не понимаю вот этих людей, честно, не понимаю. Мы тоже были молоды, нет, что мне мой возраст, я считаю, это просто культура воспитания людей. Никогда ты не понимаешь вообще, что ты совершаешь. Особенно, когда это взрослые, когда это подростки, я понимаю, в молодости это огонь, это организм, как говорится, кипит. Бурлит, и все хочется попробовать, фиг с ним. Но когда это, извините меня, престарелые старушки стоят и орут или напьются и разбираются с мужиками, вообще не понимаю, если честно, вот это все. Ладно, закрою пока окна. А, Симка, у вас Симка, как вечер, так она вот здесь вот. Симошка, что ты опять тоже пришла? Не может она одна не может находиться. Ну да, она постоянно должна быть в теме. В теме, ты в теме, иди. Пошли мы пить чай, надеюсь. Я вечером уже вырубаюсь, сейчас как-то сведена с этим фобозолом. Ночью ложусь, мне правда надо было бы как бы сделать документы, дела, работу, но...
пока не получается.